В Югре дополнительно закупят специальный холодильник для хранения вакцин от коронавирусной инфекции. Сейчас на территории регионального аптечного склада в поселке Белый Яр есть несколько специальных холодильников, в которых уже хранятся 40 доз вакцины от COVID-19. Максимально они могут вмещать до 300 доз, однако до конца года в Югру поступит почти 1500 доз препарата, которые необходимо хранить при температуре минус 18 градусов. Чтобы сохранить эффективность всего объема препарата, округ приобретет еще одну холодильную камеру большей вместимостью. Ее стоимость более 600 тысяч рублей. Сейчас проходят аукционные процедуры. Поставка нового оборудования ожидается в первых числах октября. Касаемо доставки в медицинские организации, доставка вакцины будет осуществляться специальным транспортом, который на сегодняшний день также имеется на региональном аптечном складе. Это автофургон, который имеет требуемую температуру и сможет доставить все вакцины в медицинские организации округа.